Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ – топ-блогер України. І я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у нас в студії радий вітати Валентина Гайдая, політолога, дуже відомого політолога, як на нашому каналі, так і на всіх каналах. На нашому, всі його дуже люблять бачити в ефірах. На нашому і на КРТ. Да. Да. Дивись, хотілося б одразу до справ. І справа наступна. Так сталося, що самі, ну не знаю, це така тенденція, що постійно якась зрада відбувається. От самі патріотичні патріоти, виявляється, мають російське громадянство. Це зараз йдеться мова про Павла Казаріна, у якого з'явилося два паспорти. Внутрішній російський і загранпаспорт російський, який треба було отримувати безпосередньо у Москві свій час. Що, ну, як ставитись тепер іншим людям? Може, це всім патріотам треба мати російський паспорт? Чи це так, випадковість? Помнишь, Тарик, мы уже с тобой это обсуждали. Это такая хитрая спецоперация. Побольше заслать наших людей в Москву, поднять там восстание, выгнать Путина наконец. Это мы восстание, да-да-да, в остальном выпуске. Вот. Поэтому это как раз вписывается в канву вот этого глобального плана по развалу России. Вот. И ты не думай ничего там плохого про наших патриотов. Они специально получают паспорта Российской Федерации, чтобы потом совершить там восстание. Вот, надо более глобально смотреть на вещи, понимаешь? Конечно, каждый там может очернить сразу, что вот, знаешь, там они такие там двудушники, там, вот, получают паспорта. Надо шире смотреть. Они в перспективе работают на развал России. Тобто, по великому рахунку, для того, щоб виконати цей план, нам всім треба підключатися до цієї справи і отримувати російське громадянство. І так ми всі отримаємо, а потім виберемо Петра Олексійовича Порошенка президентом Росії. И он точно все. А лучше Яценюка. Вот Яценюк точно развалит. Порох, у Пороха там же бизнес есть, в конце концов. Вот, а у Яценюка, вот он может построить там, там стену с Китаем, например, начать строить. Вот, или еще что-то. Вот, или там какую-то пенсионную реформу он будет там проводить. Или рубль обвалит в три раза. Вот, лучше все-таки Яценюка. Вот Яценюк, это был бы классный президент России. Да, потому что Яценюк тогда бы мог бы одразу побудовать стену между Россией и Китаем. Между Россией, или Северным полюсом. Баренцевым морем, да. И всем бы гордиться от дельфинов. И совершенно верно. Помнишь, тех, кто загрожает Жириновский? Державности. Жириновский, он говорил, что вот мы русские, ну, это, конечно, смешно с его уст, вот, но мы русские когда-нибудь выберем президента Америки. Да, вот, да. Так и случилось. Вот, и мы, украинцы, будем засылать побольше туда наших граждан, они будут получать паспорта России, и мы выберем когда-нибудь своего президента. И это будет Яценюк. Супер. От ідея дуже класна. Тобто стратегію я бачу, це таке, ну, стратегічне рішення, але я не розумію, чому патріотичні ЗМІ, там, різноманітні ресурси, вони не розганяють цю тему. Тобто, ну, ми дізналися, там, завдяки Страна.ua, там, Шарі.net, що Павло Казарін отримав громадянство і що такий хитрий план є. А вони про це мовчать. Треба побольше наших агентів підготовити, знаєш, там, мільйонів 5, 6, 7, 8. От, розумієш, от ці от, там, Шарі... Тобто, тихенько все. Тихо прийшов, тихо пішов. Страна.ua, вони от поки що от зря, це був фальстарт, треба потім. Когда окажется, что у наших там депутатов есть гражданство России, когда там у чиновников, возможно, каких-то будет гражданство России, только тогда. Сейчас пока, ну, еще может, рано. Вакарчук себе отримает якось громадянство, ну, для того, чтобы с концертами ехать и пропагандувати правильную идею. Ну да, чтобы было проще поехать. Он же и так выступает. Может, він від того зараз и пішов з Верховної Ради для того, щоб, ну, зайнятися більше таким... Сдався без бою, да? Ну вот если ты про Вакарчука заговорил, вот позволишь там пару ремарочек. Понимаешь, мне Вакарчук напоминает какое-то существо совершенно бесполезное, которое вот пришло, поело, извини, навалило кучу и ушло. Также и Вакарчук. Он пришел, поел бюджетные деньги, вот, как народный депутат, да, как глава фракции «Голоса», навалил кучу грантососов,
Сарасят и ушел. Понятно, что ты сказала совершенно правильно, у него есть более важные дела, у него есть концерты в России, потому что я уже рассказывал, что известный политик-юрист Андрей Портнов, он раскопал вот эти все коррупционные схемы по отмыванию денег. Там не совсем концерты в России были, а безпосередньо были там концерты российским олигархам, да. Какие, ну, там, причем, Монако, причем олигархам, когда было вот обострение на Донбассе 6 лет назад под Иловайском, Вакарчук пел там «Я не сдамся без бою», там «Я еду до дому», да, вот как раз вот тогда, когда погибали парни на Донбассе в котлах, да, он пел, скажем так, агрессору, да, вот это тоже все Андрей Портнов скрыл, более того, его тоже, имеется в виду его, этого Корчука, гонорары, которые он получал через поставные швейцарские фирмы от российских граждан, от Юлии Октанки, в частности, вот, это все тоже вскрылось, вот, поэтому я думаю, что давление общественности, его полный зашквар, непрофессионализм, он же даже цену газа не помнит, 250, ты же помнишь, да? Ну да, вот. Да. Ему... И хорошая работа команды Андрея Портнова, я думаю, что она сыграла вот ключевую роль в уходе, позорном даже бегстве господина Вакарчука из политики. Но знаешь, мне кажется, что это хоть и второй его вот такой приход в политику, да, но я думаю, что может быть даже и не последний. Потому другое что, пришествие Вакарчука. Третье даже, может быть, будет. Потому что, увы, у украинцев коротка электоральная память, и через там какое-то определенное время, там через 3-4 года, они могут и забыть о том, что через Вакарчук был... Через 1-2 альбома Вакарчука. Да, да, альбома, да, даже так, да. Вот, они могут забыть, что он был в политике, что он зашкварился, и могут опять отдать ему свои предпочтения, если он пойдет в третий раз. Ну, слушай, це вже, ну, треба, ну, тривалий час має пройти для того, щоб він повернувся там до політики. А я, знаєш, обсуждав цю тему з Данілом Багатирьовим, і я його запитував, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, після другого бігства Вакарчука його приймуть слухачі, тобто він зможе повернутися на велику сцену? От Даніл сказав, що повернеться, а твоя думка яка? Я тут теж согласен, тому що дійсно є спрос. Он же почему еще уходит, я же об этом говорил, чтобы тоже ездить с концертами, вот это его стихия, вот он сделал свое дело, его завели олигархи, в частности Пинчук, который аффилирован с Демпартией, с этими соросятами пресловутыми, да, вот, он сделал свое дело, он его завел, тут просто понимаешь, Тарик, тут с такой позиции, что он кинул своих избирателей, Вакарчук. Потому что, может быть, многие думали всерьез, что это новое лицо или новое старое, пришло в политику, там, с коррупцией бороться, понимаешь ли, да. А тут получается, что он завел просто команду грантососов, вот, и тихонечко себе свалил. То есть умыл руки, а вы живите как хотите. Вот, конечно, это было неправильно, то есть это было некрасиво. И, в принципе, можно было бы ставить крест на его карьере, если бы это не Украина. Вот, я же говорю, что украинцы забудут, простят, полюбят и, может быть, опять выберут. Как вариант, помнишь, говорили пару месяцев назад про Ясенюка? Что вот он якобы может опять воскреснуть, ну, он какого-то почав, политика. Да, дуже так активно з'являтися, вот, на Яценюк, который канала угробил экономику, промышленность за короткие там 1.5-2 года, его премьерство, его камикадзе, да, то есть он камикадзе сам или для экономики камикадзе? По-моему, ну, для экономики. Ну, це вже ніхто не уточнював, це вже, знаєш, такі вот подробиці, які нікого не цікавили. Да, но тем не менее, о нем опять заговорили как о перспективном политике. Это про Яценюка, у которого рейтинг должен быть ниже плинтуса. То есть, я еще раз говорю, в связи с этим, я вполне серьезно заявляю, что у Вакарчука еще может быть политическое будущее в этой стране. А про політичне майбутнє пана Стерденка. Я чому це запитую? Тому що таке враження, що цю людину для чогось готують, для якоїсь, не знаю, може політичної дійсно діяльності. Відбулося 12 червня засідання судове по Стерненко. Нічого не було
прийнято, самоотвод і судді, і прокурори прийняли. Сьогодні знов вони зустрічаються, Стерненко сам не приходить, приходить з активістами. Активісти якось себе дуже активно поводять, я не знаю, в принципі, якщо... Вони ж активісти, вони повинні себе активно вести. А, ну так, да, це, я вибачаюся, іноді просто... Вони ж не пасивісти, розумієш, якщо б вони були пасивістами, то ну, тоді так. То тоді б вони пасивно стояли б і нічого не казали б, і навіть не збивали б журналістів. Страна Йой. Другий раз. І Шарійнет, кстати. Да, і Шарійнет. Ну, це взагалі, ну, добре, це відійдемо в сторону. Питання, що взагалі відбувається, чому із шафи дістали справу Стерненка, дістали Порошенка? Це для чогось зараз показується? Чи дійсно збираються зараз поставити крапку в цих справах і... разобраться. К глубокому сожалению, мы точки еще долго, наверное, не увидим. А если увидим, то это будет ну, не та точка, которая нам, нам интересна и в которой есть запрос в обществе. Потому что запрос в обществе и по Порошенку, и по Стерненку – это их посадки. Потому что, собственно, почему Зеленский побеждал? Как анти-Порошенко, как антикоррупция, как антивойна. Понятно, что люди устали, да, от этой анархии, которая была последние там, 5 лет президентства Порошенко. И поэтому они питали большие надежды к Зеленскому. Но, как мы видим сейчас, эти, скажем так, надежды не оправдались. Вот. Поэтому сейчас муссируют вот эти дела Порошенко, Стерненко. Кстати, они между собой похожи. Что Порошенко, политик старой генерации, что Стерненко – это почти готовый новый политик. Вот. Лидер общественного мнения, по сути, готовый. Ты же посмотри, и Порошенко, и Стерненко, они как будто бы плюют на закон. Они вот, знаешь, такой, как бы, с такой улыбкой, с такой иронией относятся к тому, что их вызывают на... На допыты. Вот. То есть они не похожи там, на жертв режима, там, которые реально сидели там, в тюрьме, например, вот, как Кацаба, там, как Ефремов, ну не тот, который в Москве Ефремов, да, а другой Ефремов, да, экс-регионал. Вот. То есть не похоже, что они под прессингом. То есть они смеются. Они вот какими-то такими... Шоу робят. Шоу. Да. Размовляют российскую в кабинете. Это само собой. То есть, ну, не видно, что их реально вот преследуют. Вот, видно, что они просто плевать хотели. Помнишь, вот как в мультике, да, про... Врунгеля, капитана Плеванта на закона, помнишь, наверное. Вот. Так же и они. Понятно, что Стерненко, я уже сказал, это почти готовый лидер общественного мнения. Я уже даже сегодня комментировал одному СМИ. Я думаю, что у них будет такой, знаешь, блок с Марусей Зверобей. Вот они друг друга стоят. Маруся Зверобій, Стерненко. Вот. І знаєш, що саме... Маруся Зверобій, давай не будемо на неї наїжджати, тому що ти бачив, як її підставили ФСБшники, тобто написали всяку дурницю в телеграм-каналі проти президента, от, а вона нещасна не помітила і звернулася, сказала, що це була не вона, це ФСБшники, її підставляють, хочуть зла. А вона насправді пушиста. Но когда они вместе записывали видеообращение в октябре прошлого года, то тогда же она говорила своими устами, правильно? Своим языком. Це не доведено, тому що ми знаємо, існує і програма Deepfake, яка може змінювати обличчя людини. І треба також звернути увагу, що та дівчина, яка, ну це ФСБшниця 100% озвучила пані Звіробой, тому що дуже погана була українська мова, а ми розуміємо, що патріоти погано українською мовою розмовляти не можуть. Тут я з тобою согласен, тому що і Порубій, і інші патріоти, вони совершенство владіють українським язиком. Там Поросюк, Федіна, Звіробій, тому, звісно, у мене такі підозрення є. Вот. Но в целом, Тарик, я тебе что хочу сказать, то, что сейчас происходит под судом шевченковским, да, это, конечно, вот хорошая иллюстрация того, что у нас наплевательски вот эти активисты относятся к закону, к следствию и вообще к праву и государству как таковому. Ну, посмотри, опять избивают журналистов, мы сегодня об этом говорили, и страны UA, и Шарийнет. Я понимаю, что у Шария, там, у его партии растет рейтинг, и он довольно влиятельная фигура. Вот,
но это не дает повод различным активистам нападать на его журналистов под судом. То есть, и самое главное, какой будет потом спрос с этих нападавших? Будет ли он вообще, или как і раніше? Слухай, я думаю, що це знов насправді провокація з боку Москви. От. І вони підставляють просто наших патріотів. І я тобі хочу показати на прикладі Америки, як ці росіяни підставляють і розпалюють там. В Америці там тотальна рука Кремля, може, навіть її бачили. От давай, давай відео, зараз подивимось. Я тобі, ну, і ти, щоб ти побачив, що я маю на увазі. We don't fly the flag. That's fine. Yeah, take that shit. Leave it alone, bro. Стопроцентне доказательство. Це, якщо я не помиляюсь, це Бостон, тобто дівчина просто з американським прапором вирішила вийти в натовп мирних демонстрантів. Це треба підкреслити. Активісти дуже мирних. Так, і вона, як тільки... Почти дітей, кстати. Так, так, так. Да. Так що їх від того чіпати ні в якому разі не можна. І вона йде і зривають у неї флаг, і... Людина. На квісті шапка, да, ушанка. Да. І звізда ще. Да. Вони нічого вже не бояться. Це вже я не знаю, як до цього ставитися. Ну тут понятно, що в Штатах, звісно, є російський слід. Вот, и потому что они делают с флагом, хотя, знаешь, может быть там просто, это же флаг США, а может быть там конфедераты за южные штаты, может быть они как раз против штатов, но все-таки я склоняюсь к версии, что это все-таки россияне, ну потому что шапка-ушанка это же стопроцентное доказательство. Вот. И то, что они делают с памятниками Владимиру Ильичу Колумбу, вот, тоже вот этот Колумбопад. Для мене просто не зрозуміло, як роблять. Це акція Кремля проти Америки, проти американців, совершенно. Ти помітив, що вони роблять рівно таким же шляхом все поступово, як і робили в Україні. Тобто, в Америці з'явився той піаніст, який в 2014 році грав так у Києві на Майдані. Да, тобто одна і та ж сама людина. Потім з'являється сакральна жертва, яка ну, розпалюється, все, потім да, все начебто стихає трохи, і от зараз, кстати, вчора... Ти слышиш? Уже звучить. Плине кача по Міссурі. І от хотілося б також звернути увагу, ти сказав, у Колумба знесли пам'ятник. Володимира Ілліча Колумба, так. Да. А от Леніна Володимира Ілліча в Міннеаполісі чомусь не тронули. Що ще є одним фактом того, що це росіяни організували. Комуністи, росіяни, це все курирується із ФСБ. Я почти в цьому уверен. Я впевнений, що там вже навіть у натовпі десь лунає «Ленін прийде, порядок не веде». От. Ілі. Готовиться уже анексія Аляски. Ну, в будь-якому випадку, щось несподіване там відбувається, тому що, ну, я тобі щиро кажу, я в ніякому разі і навіть у сні не міг гадати, що московська рука Кремля разом з ногою дотягнеться безпосередньо до Сполучених Штатів. І шапкою. Як ти вважаєш, буде продовження всіх цих подій у Сполучених Штатах, чи це вони пошумлять і заспокоюються? Ну, смотри, мы должны понимать, давай уже так более серьезно все-таки, да. Конечно, версия с рукой Кремля довольно интересна, и мы ее еще не отбрасываем, да, на 100%. Вот. Но мне кажется, что тут еще вопрос в другом. Штаты на пороге выборов президента. Якобы Байден и обходит нынешнего президента Трампа по рейтингам.
Вот. Но все равно он слабый, у него ряд минусов, и это и солидный возраст, и ряд скандалов, там, в частности, связанных с Украиной. Там моложавит уже такие хлопцы. Да, это, конечно, битва еще тех титанов будет, я себе уже представляю это. Вот. Но, тем не менее, у Байдена есть ахиллесовая пята. На него можно состряпать ряд скандалов, связанных с коррупцией, там, с давлением на лидеров иностранных стран, если их так можно назвать иностранными странами, да? Ну, там, в частности, на нас, на Украину. Вот. Поэтому, естественно, понимая, что демократы могут проиграть, они организовывают Майдан уже даже в своей собственной стране. Но вони і не бояться, же, що ця стихія може вирватися і знести, в принципі. Ну, понимаешь, когда стоит на весах овальный кабинет, то я думаю, что тут любые там страхи и опасения отходят на второй план. Главное занять это удобное, мягкое, ну, я не знаю, я там не сидел, но, скорее всего, удобное кресло. Если будет ситуация, как в Украине, не уверен, что это место будет очень удобным для сидения. Ну, то ну, ничего страшного. Я думаю, что они разберутся. Вот. Но все происходит по тем же самым методичкам, по тем же самым технологиям. Ты сказал правильно, сакральные жертвы, пианисты, полицейские, да, ну, как у нас Негоян и Жизневский, по сути, с чего все начиналось. Я же почему сказал про плынные качи по Миссури? Это же тоже не совсем шутка, между прочим. Хорошо, добре. Я тобі дуже вдячний за цю цікаву розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Судя по обнародованій інформації, Павел Казарін получав внутрішній паспорт гражданина Російської Федерації 29 апреля 2014 року. А 8 июля этого же года он получал загранпаспорт. Поскольку на Крымском полуострове российский загранник получить очень сложно, Казарин за ним поехал прям, судя по всему, в Москву. Только это уже было, ну, по сути, в разгар войны. В июле 2014 года уже были довольно-таки ожесточенные бои. И этот человек, который учил других людей быть правильными патриотами Украины, зачитывал присягу Российской Федерации при получении паспорта. Очень интересно. Спустя несколько часов после того, как информация о его двух паспортах была обнародована, Казарин пишет пост. И там есть несколько очень интересных моментов. Сейчас зачитаю. В этом посте он пишет, что получил паспорт, когда вторжение на Донбасс еще не началось, Сенцова не арестовали, а Боинг не сбили. Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата, другие планировали остаться. Я склонялся ко второму сценарию, то есть остаться, да? На полуострове жили родители, я хотел быть рядом. Но тут есть интересный момент. Сенцов был задержан в мае, по-моему, 10 мая 2014 года, а 8 июля, после этого уже, Казарин ездил получать загранпаспорт. Как-то не сходится патриотизм. Также очень интересная фраза была, что как будто всех автоматически заставляли брать российские паспорта, чуть ли не насильно, пишет он об этом. Так, после того, как Россия захватила Крым, оказалось, что моя крымская прописка теперь приравнивается к российскому гражданству. Оккупация предполагает аусвайсы, шутили мои знакомые, ну ок, аусвайс так аусвайс. Вот только это совсем не так. Чтобы получить российский паспорт, нужно было как минимум собственноручно написать заявление о том, что человек хочет получить паспорт Российской Федерации. Тем более в этом же посте Казарин дальше говорит, что в 2014 году Россия позволила равноправное хождение украинского и российских паспортов. По словам Казарина, в Киев он приехал в октябре 2014 года, когда стал понятен курс российской власти на эскалацию конфликта. А дальше он вещает, что раз он уехал из оккупированного Крыма, то и необходимость в российском гражданстве у него отпала. И вот только сейчас, буквально недавно, он начал собирать справочки, чтобы отказаться от гражданства Российской Федерации.
Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал, нужда в нем отпала. Последние 2 года я собирал справки для выхода из российского гражданства. То есть, по сути, 6 лет не прошло, как он решил отказываться от гражданства. А раньше что мешало? Или, не знаю, можно же было как, там, не знаю, спалить демонстративно, взять так российский документ с ненавистным двуглавым орлом, но нет. Если бы факт наличия 2 паспортов раскрыть не был, то мы бы такого признательного поста, я думаю, и не увидели бы. В наше распоряжение попало несколько документов, которые, во-первых, подтверждают действительно российское гражданство Казарина, а во-вторых, показывают, что он выписался из своей крымской квартиры только в 2018 году. Прописан он был в Симферополе, и приезжал ли он в Крым лично, либо же его каким-то образом выписали родители, непонятно. Впрочем, тоже один интересный момент. Казарин говорит, что его родители покинули Крым в 2015 году, поэтому абсолютно не исключено, что супер-мега-патриотичный Павел, патриотичный патриот, самостоятельно приезжал в Крым для того, чтобы выписаться. Также, согласно документам, которые оказались в нашем распоряжении, дата выдачи российского паспорта Казарина не 29 апреля, а 27 марта. И это важно. Это крайне показательный момент. Паспорта начали выдавать крымчанам согласно указу Путина от 18 марта 2014 года. Паспорт же Казарина числится датой 27 марта. То есть вряд ли менее чем за неделю Павел успел бы собрать все необходимые документы, подать их и уже получить паспорт российский. То есть, что это означает? Это означает, что журналист готовился к получению российского гражданства либо задолго до аннексии Крыма, либо сразу после. Также, судя по документу, который оказался в нашем распоряжении, господин Казарин летал из Киева в Москву 14 мая 2014 года по, внимание, российскому паспорту. Таким образом, версия, на которой акцентирует свое внимание Казарин, о том, что он очень вынужденно получал эти паспорта, не выдерживает критики. Никак. Он мог спокойно не получать российские паспорта, если не поддерживал того, что происходило на полуострове. И уж тем более не торопиться это делать в первую неделю аннексии. То есть получается, что весной и летом 2014 года он совершал все эти действия, все эти манипуляции с паспортами абсолютно сознательно, скорее всего, имея планы остаться в Крыму. Почему, в принципе, можно понять, исходя из позиции, которую занимал его отец. Владимир Казарин очень известный в Крыму человек, пушкинист, и долгое время слыл одним из чуть ли не главных русофилов полуострова. Был функционером крымской организации Компартии, не без этого, а также вице-премьером в правительстве Крыма. Потом, конечно, он перекрасился во время президентства Ющенко, но тогда многие перекрашивались, это такое. А когда полуостров отходил к России, Каразин-старший изначально поддерживал Москву и остался работать в созданном на базе Таврического университета Крымского федерального университета. Боролся за должность ректора, но не срослось. И после этого как-то вот у целой семьи позиция поменялась, представляете? Потом вскоре он переехал в Украину и там уже получил свою вожделенную должность ректора Таврического университета в изгнании, который сейчас базируется в Киеве. Но опять же таки, повторюсь, вплоть до конца лета 2014 года Владимир Казарин рассчитывал на высокую должность в Крыму уже при российской власти там. И потому совсем как бы неудивительно, что его сын Павел Казарин тоже обзавелся 2 российскими паспортами, внутренним и загранпаспортом. Ведь Казарин-старший имел большие планы на Крым при российской власти. Вот так вот. Однако, как только стало понятно, что этим планам не суждено сбыться, осенью 2014 года в Киев перебирается Павел Казарин, а его отец перебирается
в Киев. В 2015 году, год спустя, предварительно устроив в Крыму скандал. История на самом деле очень типичная. Так произошло с еще одним перекрасившимся крымским татарином Ислямовым. Ну и, в принципе, как бы, если там не срослось, то приехали сюда и начали очень активно ненавидеть, публично ненавидеть и сильно очень критиковать. В общем, такие они патриоты. Топ-блогери України. Валентин, дуже дякую тобі за те, що ти прийшов до нас сьогодні. Ну, мені, як завжди, було цікаво, весело, а це, я думаю, саме головне. Да. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.